Философия моды заключается в том, чтобы быть недоступной большинству. Как только идея становится по-настоящему популярной, она выходит в тираж, а на ее место всегда приходит что-то новое. Индустрия красоты не стоит на месте, и постоянно появляются какие-то новые бьюти-гаджеты. И я хочу рассказать о такой новинке. Это щипцы Марселя, которые эксклюзивно представлены именно в нашем салоне. Широкое распространение щипцы для завивки авторства парикмахера Марселя Грато получили еще в конце 19 века. Позже этот прибор обосновался в Голливуде и лишь недавно стал использоваться вне съемочных площадок. В настоящий момент его наличие могут похвастаться лишь 3 салона в России. Эти щипцы настолько уникальны, с ними можно более 100 различных форм, текстур, объемов, локонов, волн и всего прочего делать, если клиентка любит именно играть с различными текстурами. Ретро-дизайн печи Марселя, воссозданный по эскизам позапрошлого века и лишь немного модернизированный, становится украшением современного салона. Индикатор нагрева определяет нужную температуру. Щипцы, например, перегрелись, да, есть такой элемент шелк, когда они крутятся для того, чтобы понизить температуру. Это очень привлекает. А что самое интересное, с помощью этих щипцов волосы приобретают очень большой объем. И этот объем держится до 5 дней, если правильно соблюсти всю технологию накрутки. Сегодня распущенные волосы, пожалуй, единственная возможность выглядеть стильно. А менять внешний вид качественной стрижки способны различного рода укладки.